Организаторами конкурса выступили избирательная комиссия Сочи при поддержке городского собрания и управления культуры. Ученики детских художественных школ в течение месяца рисовали плакаты на тему выборов. Оценивались работы по трем номинациям – экология, социальная сфера и политика. Вероника Попова стала победительницей благодаря тематическому плакату «России важен каждый». Она нарисовала его с помощью компьютерной графики. Очень понравился конкурс. Я надеюсь, у нас будет много таких приятных конкурсов. Мы сделали работу к конкурсу «Я голосую за», и я надеюсь, мои выборы скоро будут первые. Я сделаю правильный выбор. Цель конкурса – побудить ребят к осмыслению, где и как они живут. А депутатам полезно узнать, за что будет голосовать молодой избиратель. Всего на оценку комиссии было представлено более 300 работ молодых художников. В финал вышло около 50 творений. Не было темы, которая не нашла бы отражения в рисунках ребят. Надо сказать спасибо большое городскому собранию, Луцику, Антону Николаевичу, который, в общем-то, с большим, как бы так, вниманием отнесся к этому мероприятию. Они, значит, призы предоставили, и, в общем-то, мы тут поработали рука об руку. Это всегда хорошо. Работы будут выставлены на торжественной сессии городского собрания. Она пройдет в Зимнем театре 26 марта. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.